Привет. Давайте заглянем в ваше будущее и посмотрим, какая у вас в жизни дорога. Что вам готовит судьба? И что у вас будет происходить? Что хорошего произойдет? Здесь перед вами два ангела. Слева и справа. Да, вы видите, да? Слева ангел. Это будет первый расклад. И справа второй. Но это не значит, что вам нужно выбирать ангела. Выбирать всегда – это стресс. А я считаю, что мои расклады должны приходить к людям как дар. Как дар – подарок от высших сил. Поэтому, пожалуйста, смотрите оба расклада. И левый, и правый. Я буду использовать сегодня Таро, Райдер-Вейт-Смит. Самые-самые главные, самые магические карты. Младшие арканы поменьше, старшие побольше немного форматом. И в том, и в другом раскладе, в левом и в правом, будут задействованы младшие и старшие арканы. Карты уже оживленные и ждут, не терпится им сказать все, что высшие силы вам передают. Итак, что же вам по судьбе? Какая у вас дорога в жизни? Чего вы еще не знаете? Какая дверь перед вами откроется? Что вам хотят сказать высшие силы? Как они хотят помочь вам, поддержать вас? И как иначе? Только через карты можно узнать. Вашим пальчиком вела сама судьба, когда вы выбрали посмотреть, и доверьтесь, пожалуйста, вашим силам. Итак, первая карта вышла, и это пятерка чаш. Затем выходит тоже очень важная карта, и это семерка пентаклей. Затем мы видим с вами важную карту. Она позволит вам открыть проблемы, которые можно будет исцелить. Это четверка меча. И вы знаете, проблемы были в прошлом. Проблемы на вас сейчас очень сильно влияют. Давайте спросим высших сил, как от них избавиться. Это все очень просто, все будет здесь передаваться. Вот вы видите самую центральную карту. Она имеет секрет. Секрет, который вам откроется обязательно. Ну вот. Доверьтесь, не волнуйтесь, я вижу, некоторые сейчас волнуются, зрители, но ведь вышли очень хорошие карты. И даже по четверке меча вы победитель. Но какой ценой? Вот в чем вопрос, да? Какой ценой вы победили? Вот эту цену, которую вы заплатили, вознаграждение будет вам за это, конечно. И видите, как выбор теперь стоит перед вами, и это ценный выбор. Это пентакли. Это очень ценный выбор, это ценные сведения, которые вы здесь получите. Каждый ваш вопрос будет отвечен. Может быть, у вас есть 7 вопросов к вашим силам. Или 7 раз вы что-то пробовали. Знаете, как говорят, 7 раз отмерь один отрежь. А может, вы отрезали случайно, не задумываясь, потому что вас поджимали люди. Люди толкали вас на что-то, чего вы очень сильно не хотели. Вас люди на это просто толкнули. И теперь высшие силы помогут вам разрулить эту дилемму, перед которой вы сейчас стоите. Ну вот. Что мы сейчас увидим следующее? Что сейчас выйдет? Что сейчас выйдет? Спрашиваем на пороге, каких событий вы стоите? Что будет у вас в будущем? Что будет у вас в будущем? Как можно будет вот эту четверку меча поправить? Как можно будет поправить ту обиду, которую вам нанесли недоброжелатели? Как можно будет избавиться от того негатива, который вас прижал к стене, довел вас до тупика в жизни, довел вас до отчаяния? Как можно будет от этого негатива избавиться в скором времени? Что приготовила судьба? Как больше не смотреть на это прошлое по пятерке чаш в середине? Давайте посмотрим следующая карта. Это рыцарь меча. Значит, активное действие от вас понадобится. Значит, от вас понадобится смелость. Значит, от вас понадобится отчаянный поступок. И кто-то вам поможет. Это король чаш. Вот кто вам поможет. Человек, который вас любит, который предан вам. Что еще выходит? Что еще выходит? Выходит карта благополучия, четверка пентаклей. Выходит карта победы, когда есть стабильность. И вот вы спросите, какие вознаграждения будут за мои страдания по четверке меча? Конечно, будет стабильность. Вы добьетесь стабильности в жизни. Вы многое пережили, вы многое перетерпели. И теперь шаг за шагом, в
все будет выправляться. Я вам сейчас показываю левую и правую сторону, и туда будут идти карты старших арканов. А старшие арканы, они дают направление в жизни. Карта император. Хорошо. Для многих это встреча с мужчиной. С тем мужчиной, как давно была запланирована встреча, уже там наверху, да? Но вот эти негативщики, вы видите по четверке меча, они просто ставили вам подножки. А теперь наконец-то, потому что вы примете серьезное решение по рыцарю меча, наконец-то эти негативщики отступают, у вас есть защита. Конечно, в виде человека, потому что король чаш здесь есть, да, в виде человека защита. И тоже в виде денег. Знаете, деньги – это защитная сила. Четверка пентаклей – деньги. И придет император с деньгами. Денежный человек войдет в вашу жизнь, принесет вам все, что вам нужно для того, чтобы добиться счастья. Обязательно. Вот еще одна карта выходит из старших арканов. И это карта «Страшный суд» или «Высший суд», «Верховный суд», «Спасительный суд». Потому что какой же он страшный, если архангел света, архангел Михаил пробуждает вас к жизни. Если все, что застоялось, где не было жизни, не было крови живой, да, где не было кислорода, все это оживает. Я здесь вижу поправится здоровье, и вот эта грусть уйдет. Да, грусть по пятерке чаш уйдет, потому что вы начнете дышать в полным дыханием и восстановитесь. Я здесь вижу восстановление здоровья, я здесь вижу восстановление ваших финансов, восстановление отношений. Восстановление отношений. Этот император, который любит вас, да, ну, мужчина, любой император, девочки, наша галактика, у каждого своя галактика, это сила, где будут даваться деньги. Деньги по семерке пентаклей. Деньги, это маленькие деньги на каждый день. Они просто приходят к вам каждый день вашей жизни. Во-первых, тут еще вышло так, что император прямо над деньгами. Так что от мужчины будут деньги идти. У него выправится судьба, у него пойдет стабильный бизнес, или же он наконец найдет денежную работу. У него так долго было безденежье. Наконец он найдет денежную работу. Будет очень хорошо все складываться. Два старших аркана, они просто говорят вам, так, это защита высших сил. Император вообще защитник, кстати, всегда. Вот это воин-защитник, кто всех врагов отбивает от вас, да. И это мужчина. А также высший суд – это восстановление вашего бизнеса, восстановление вашей матрицы судьбы. Это записи Акаши, которые судьбоносные и счастливые будут оживать в вашей жизни. И враги исчезают просто. Теперь я перехожу к правому раскладу. Расклад нужно продолжать смотреть, здесь останавливаться нельзя, потому что расклад набирает энергию, набирает силу. И первая карта, она центральная, это карта победителя. Это карта полной победы, победителя здесь. Ну и от чего будет победа? От вот этих мечей страшных, да? Ну и, конечно, король меча, человек будущий в вашей жизни, он очень грамотный. Тройка меча говорит о потерях, которые вы испытали в прошлом, да? И тройка чаш, конечно, о празднике, который вас ожидает. Смотрите, туз чаш. Прошлое, настоящее, будущее. Я буду так рассматривать здесь, да? Но туз чаш – это новая любовь, которая к вам стремится. Я тут же возьму старшие арканы, чтобы все было видно сразу. Карта маг, победитель. Наконец-то все будет идти своим чередом, так как вы желаете для себя. Маг – это волшебство вашей жизни. И карта луна, она имеет много очень серьезной информации, которую я вам буду давать здесь. И эта информация как совет от высших сил, как достичь успеха. Какой узкой серебряной дорожкой вам нужно пойти, поздней дорожкой, ночной, то есть когда вы спите, что подсознание должно усвоить, какие вещи сны вам пойдут. Что хорошего вам хотят передать ваши предки. Здесь вот это все луна, это ваши предки. Ну а центральный ряд вы видите, да, это жезлы и чаши. Это жезлы и чаши, это победитель. Это вы как победитель. Вы как человек, который может надеяться на то, что все пойдет хорошо. Шестерка жезлов. Вы на коне, то есть у вас верхняя рука.
Если были конкуренты, вы выиграете. Был суд, вы выиграете. Была ссора с детьми, может быть, с соседями ссора, может быть, здесь. Да даже с подругой, вы знаете. Я здесь тоже вижу ссору с близким человеком, потому что мечи перед ней выходят. Да? Карта мечи – это сложный разговор, который был у вас. Сложный разговор. Но этот сложный разговор, он был нужен. Он был нужен, чтобы поставить точки над «и», да? Чтобы... Понимаете, иногда выяснение отношений неплохо, потому что приводит к взаимопониманию. Если оно правильно, деликатно все сделается, это все приводит к взаимопониманию. Выяснение отношений в данном случае приводит к взаимопониманию. Так что я здесь вижу, все будет просто прекрасно складываться у вас. Ну и прежде всего карта маг. Карта маг – это очень приятно. Это, видите, маг, а внизу мечи. То есть все эти негативщики, все эти ужасные предатели, понимаете? Все, что происходило за вашей спиной, все, что мешало вам жить, все, что было ущербно, все, кто мешали вашему счастью, вставляли палки в колеса, прямо там скажем, да? Маг – это защита высших сил. Теперь уже все они ушли. Они исчезли из вашей жизни, они умерли в вашем пространстве. Они, может быть, где-то и живут, но больше вам мешать они не смогут. Стоит стена защиты. И больше они вам мешать не смогут. Вы спросите, есть ли на вас порча? Была порча. Но вот шестерка жезлов, она порчу аннулировала. Вы победили эту порчу. Вы победили, может, вы чистки делали, может, вы питались лучше, может, у вас позитивный настрой был в жизни, да? Потому что все ведь зависит от нашего настроя. Вы победили эту порчу. И сейчас вот даже маг – это магический ваш род. Ваш род передает вам, он хочет вам сказать, что у вас теперь будет наконец-то тот просвет, который вы долго ждали. Иногда так бывает, предки ушли, не успели вам что-то сказать. Не успели вам сказать, что все эти перипетии по мечам, они временные, не успели вам это предки сказать. Может, оставил кто-то вам наследство. Может, просто, знаете, оставил наследство умную голову вам, да, вот потому что можно унаследовать ведь ум. Счастье унаследовали. Вот часто бывает так, предок уходит, уходит близкий человек какой-то, уже другого поколения, и вы начинаете видеть, что вам везет. Тройка чаш, понимаете, вам везет, вы видите, вам везет, и новые отношения, туз чаш, наклевывается, и вы понимаете, вы чувствуете, потому что вещи сны идут, этот предок снится, вы понимаете, что это его заслуга, он перед троном Творца молится о вас. Молится о вас. Я здесь скажу, что вы спрашиваете, была ли обида, может, на вас ушедшего, потому что здесь мечи, здесь проколотое сердце. Нет, не обижается на вас ушедший человек, а наоборот. Наоборот, он хочет вам сказать, что любит вас, и вы на него не обижаетесь. Вот так, вот понимаете, эти мечи, это вот такое послание из вашего прошлого, в ваше будущее настоящее. Ну вот с посланием мы разобрались, а туз чаш указывает четко на новое отношение или возобновление любви, которое, может, где-то застоялось, уже стало как бы затухать. Будет праздник, будет встреча по тройке чаш, где-то вы встретитесь себе любимого человека, и пойдет, все просто пойдет, все на удачу, все будет очень хорошо. А человек, который вам встретится вот по королю меча, это мощный мужчина, серьезный, прямой, откровенный, открытый, серьезный, без всяких, вот знаете, этих фишек. Не самолюбивый, а он знает, что нужно делать, и у него любовь – это действие. Действие, меч в руке. То есть он все сделает. Да будет в этой битве жизни для вас счастье. Просто да будет вам его, да? Это очень-очень хорошо. Так что ваша дорога жизни будет выравниваться. Выправляться, выравниваться будет ваша дорога в жизни. Вы будете приходить к счастью, наконец-то. И вы знаете, у этого человека, короля меча, у него вот фильтры такие стоят в голове. Он очень светлый, он светло видит, ясно видит жизнь. Потому что меч – это ясность, понимаете? Он хочет вам показать, что в прошлом вы набрались много плохого, потому что не было защитника. А теперь все, защита есть, и маг, карта мага защищает, стоят фильтры, все, чем вы будете соприкасаться, будет отфильтровываться негатив и уходит, понимаете? Все будет уходить в любой негатив, вы будете включать
вот интуицию, которая будет вас приводить к удаче. Да. И такая животная сила здесь видна, но видите, на карте Луна там собака и волк. Это животная сила. Эта животная сила проявляется через животных и через человеческий лимбический мозг, то есть интуиция. Именно интуиция будет вас вести. Ну а ангелы, естественно, защищают. Здесь уже даже на раскладе лежат. Я определила там два ангела, которые будут вас защищать. Вот этот луч света ангельский, да, будет вашу жизнь освещать и приведет вас к любимому человеку. Я вижу здесь туз чаши рядом вот с королем меча. Вот этот такой серьезный человек, может, уже и не ребенок, лет 35 плюс, 40 плюс, конечно. Угу. И у этого есть, у человека есть самое большое богатство, это его мозги. Мозги, которые помогут вот ему в будущем, и также вам, потому что раз ему помогут, вы в паре, и вам помогут, да, помогут ему найти дорогу, найти богатство. И знаете, с ним вы будете не только там любовь, такое все, эмоции, луна, карта эмоций, но тоже такие интеллектуальные разговоры. Они, вот эти разговоры уберут вот этот весь негатив из прошлого, вот эта тройка меча уйдет, да. Так что смотрите. Это как будто бы вы будете изучать новый язык общения с ним. А это язык очень прямой, четкий, без манипуляций. А потому что перед этим, конечно, вами здорово попользовались, вами здорово манипулировали. Он вам даст вот какой-то информационный феномен. Это может быть тоже вы, кстати, король меча. Это человек, который обладает знаниями и добивается успеха в деньгах. Почему в деньгах? Потому что маг. А маг это тот, кто имеет все. Там одно золото. Это там просто одно золото. Понимаете? А я вижу в прошлом чувство вины. Но не нужно вам. Это чувство вины может убить. Поэтому вам нужно избавиться от него. Поможет, еще раз повторяю, мужчина, какие-то новые связи прекрасные. Тоже вы сами себе поможете. Вот это все уходит. Это вся боль. Это тревога, все уходит. Может быть, вы были в тревожной депрессии. Знаете, ведь депрессия, она бывает разная. Она бывает, вот, ученые говорят, эндогенная, экзогенная. Ну, имеется в виду, что эндогенная – это депрессия по роду. В детстве, может, была у вас депрессия, которая передалась по роду. И все таланты по магу, которые должны были проявиться, они долгое время вот спали таланты, да? Эти все таланты по жизни спали. А теперь по шестерке жезлов, наконец, пойдет все. Долгое время спали эти таланты. И экзогенная такая депрессия – это обстоятельства. Вот я вижу, что были по восьмерке меча обстоятельства, которые воздерживали внешние обстоятельства. Да, такая депрессия, связанная с обстоятельствами. Она была, может быть, в юности или в молодости у вас. Вот такие ранние зрелые годы, да, до 35 лет. Но сейчас депрессия-то сходит с вас, полностью уходит, потому что маг вышел. Маг, он снимает эту пелену с ваших глаз, да, и вы становитесь свободной. Таланты открываются по магу, по карте мага, открываются таланты. Вот божественная сила вашего разума открывается. Поэтому вы найдете мужчину по королю меча, который тоже такой же умный, как и вы. Вот понимаете, не того, который раньше был. Вы знаете, о ком я говорю, не стоит даже его недостатки сейчас описывать здесь. Зачем нам о негативе говорить? А достойный вам человек придет в вашу жизнь. Достойные клиенты, достойные заказчики, достойные дела придут, достойные деньги. То есть достойные – это большие деньги. Понимаете, вы достойны больших денег по карте маг. И когда я обращаюсь с вами, я спрашиваю, кто смотрит и слушает. Я хочу, чтобы ваш ум вот отдохнул, а подсознание смотрело и слушало, потому что через подсознание говорит сам Творец с нами. Это как включается божественный интернет. Наш разум – это божественный интернет, который питает потом ваше сознание. Так что мои расклады, они открываются постепенно. Вы поймете, а, это из расклада пришло. И вот этот негатив, который я вам показываю, да, с прошлого, он излечивается, полностью уходит. Полностью уходит. И вы будете напитывать свой мозг радостными эмоциями. Что такое радостные эмоции? Вы знаете, нейроны делают связи в мозгу. Показываю, видите, на карте маг там...
знак бесконечности. Это же действие нейронов, бесконечные нейроновые связи, понимаете, которые у вас образуются. Вот эти маленькие нейроны, эти любимые маленькие нейроны, относитесь к ним как к деткам, потому что они как детки ищут, как соединиться с друг другом и сделать вас счастливой. Именно мои расклады приводят к этому, вот к этим удивительным связям, связям на добро, понимаете? Это удивительный расклад вообще, он очень интеллектуальный. Если вы что-то не поняли, не волнуйтесь. Интеллектуальность расклада направлена даже не на сознание человека, а интеллектуальность расклада направлена на подсознание ваше, да? Потому что там вот эти нейроновые связи счастья образуются. Эти маленькие, такие как детки, представьте себе, нейроны в вашем божественном компьютере, в вашем мозгу, вашем, да, они развиваются. И что мы их будем делать? Кормить и давать им пользу, давать им хорошее питание, там жиры нужные, там омега-3, омега-6. Давать им, кстати, жиры, мозг работает на жире. Будем давать хорошие мысли, да, вот предсказания такие на счастье мои. Мои предсказания, как вот моя мантра, да, с каждым, я сейчас скажу мантру, как маг меня обусловил теперь стать мантру, с каждым раскладом Ко-Лены, это меня, Ко-Лена, это голос Лены, это я, с каждым раскладом Ко-Лены у меня во всех направлениях все будет хорошо. Я говорю у вас, а вы говорите у меня. Понимаете, все будет улучшаться в жизни. И так и будет, потому что эти нейроны получают питание, мы даем им питание вот хорошей едой. Я вижу, здесь у вас организм будет омолаживаться. Тоже радостью, да, денежки пришли, радуйтесь, можете купить что-то хорошее для себя, для родных, понимаете, нейроны опять радуются в мозгу, то есть новые хорошие связи образуются. Девочки, мозгу надо давать радость, он любит радоваться, он не хочет страдать. А страдания, наоборот, связи ухудшаются в голове, и это плохо. Что может? Токсичные отношения прошлое, но это же в прошлом восьмерка жезлов, вернее, извините, восьмерка меча в прошлом. Или работа, которая загоняет вас, загоняет, да, на тройка меча и восьмерка меча. Работа, которая загоняла вас до сих пор, она ушла, будет новая работа, шестерка жезлов и тройка чаш. Какая-то новая встреча, новое содружество, новое сотрудничество, новые отношения, это все входит. Но по карте Луна это таланты ваши будут реализовываться. Реализовываться будут ваши таланты, тревожность уходит. Потому что карта Луна, она волнение показывает ваше, да? Но теперь она тоже лечебная. Там вот, знаете, вот это Луна и Солнце вместе, это солнечное и лунное затмение, это очень серьезная карта, там столько есть информации, запаковано. Тот, который вас создал, Создатель, тот существует, вот он показывает вам через такие знамения, затмения, показывает вам открытие новых дорог, новой серебряной дорожки. Луна – это узкая дорожка, то есть это ваша личная дорожка, по которой вы пойдете. А чтобы стать магом, нужно только по узкой серебряной дорожке идти. Серебро – это помощник, так что у вас будет помощник, это безусловно, это видно по картам. Понимаете, это все видно по картам. И от того, как вы будете реагировать на жизнь, зависит ваше будущее. Каким вы будете в будущем, зависит, как вы смотрите на жизнь. Знаете, архетипы у вас есть. Один архетип, там архетип волка, другой архетип собаки на карте Луна. Один архетип показывает ваши отношения с другими людьми, а другой чисто личный подход архетипа, да? Как волк, например, он run with the pack, как говорится, он идет с этим пакет волков, ну как это сказать, пакет волков не скажешь, стая, волчья стая, да, он должен слушаться закон Вселенной, и закон Вселенной один. Кто сейчас смотрит расклад? Да? Или кто смотрит расклад, кто в вашей голове смотрит расклад? Тот, который позитивный человек или который жалуется на судьбу? Тот, вот, кто смотрит расклад, для того он и сбудется. Нужно смотреть с позиции позитивного человека, потому что у нас есть субличности, это 7 архетипов, самые такие главные. Да, кстати, Солнце и Луна, 2 этих архетипа. Луна – помощник, Солнце – лидер.
Если вы будете смотреть расклад с позиции этих двух архетипов, понимаете, все зависит от того, кто смотрит. У вас будет удача. Живите в этих личностях, в этих субличностях, в этих положительных субличностях. Понимаете? И пусть эти субличности смотрят на мир через вас. Потому что кто смотрит? Смотрит Творец через наши глаза на нашу жизнь. Так кто смотрит сейчас расклад мой? Смотрит ваше подсознание. Сознание может скажет, что ну, что-то резонирует, что-то нет. Вообще на самом деле это не важно, что резонирует, а что нет. Потому что главное, что резонирует на подсознательном уровне. А резонирует встреча с новым мужчиной, серьезным, солидным. Да? Встреча — это туз-чаш, и король показывает встречу с королем. Уходят все сложности. Вот что происходит. Налаживается матрица судьбы. Приходят деньги и приходит лучшее самочувствие. Девочки и мальчики, кто спрашивал о самочувствии? Здесь четко видно, вы победитель, шестерка жезлов и тройка чаш. Приходит лучшее самочувствие. И карта Луна говорит, эмоции будут у вас устаканиваться. Ну, может, плохое слово, но такое слово пришло. Вообще слова мало могут передать что. Главное почувствовать энергию расклада, да? Энергию моих рук, энергию моих добрых слов к вам, энергию высших сил и этих ангелов, которые перед вами здесь. Главное это почувствовать. И здесь я вижу омоложение организма, здесь я вижу оба расклада, и левый, и правый. Вам кричат, будет обновление, будет встреча с императором, будет магически все получаться. Вы теперь у руля. И карта Луна говорит, иди своим серебряным путем. Это не с обществом, как волк. Да, волк, он с обществом идет своим. Вот этот пакет волков, как же сказать опять? Вот знаете, вот русские слова иногда у меня выскакивают. Волчья стая, да? Не нужно с волчьей стаей идти, потому что у вас уже в жизни это было по восьмерке чаши, тройке меча. И тоже вот собака иногда показывает услужливость другим людям, и этого не нужно. Не нужно ложных комплиментов сильно много давать людям, потому что и те, которые вам там, вот не знаю, комплимент отпускают на работе, может, это завистники ваши, да? Выберите средний серебряный путь, и это путь ангела. Это путь ангела, который приведет вас к удаче. Это путь ангела. Ну а соперники, эти все, они ушли, их больше нет. Расклад исцеляет. Этот расклад, он четко исцеляет. Вот моя волшебная палочка, как вы видите, она тоже здесь присутствует. И что такое волшебная палочка? Ну это же волшебство Вселенной, понимаете? Это то, что мозг завиртуалит, божественный компьютер мозг, то мы и будем проживать, девочки. Реальность, она многогранна. Что мы завиртуалим, то мы и будем проживать. Так что сделайте соответственный вывод. Вот, как вы видите, это расклад на судьбу. Говорит, что откроются вам нужные двери в жизни. Просто смелее будьте. Просто смелее нужно быть. Абсолютно. И даже по карте Луна. Знаете, карта называется Луна, но там лучи Солнца. Там лучи Солнца, потому что что за Луной? Луна-то сама не светит. Светит Солнце. Солнце – это ваш жизненный успех, который обязательно к вам приходит. А ангелы, которые вы здесь видите, и слева, и справа – это ваши ангелы-хранители. Потому что рисуется вот универсальный вид ангелов. Да? А когда вы смотрите, потому что, знаете, по квантовому закону, кто смотрит, он меняет все. Частички квантовые реагируют на то, кто именно смотрит. Вот в чем дело. Вы смотрите на ангела, и этот ангел становится вашим ангелом-хранителем. В этом все волшебство, магия. Я мало-помалу в каждом раскладе открываю вам волшебство. Но вообще-то карта Луна – это магическая карта. На ней столько магии. И этот серебряный путь, да, и этот рак, который выходит из моря, да, ведь это же не только там, если у вас что-то происходит в знаке рак, может быть, вы по асценденту или по солнцу этот знак, не обязательно. Это говорит, что выйдите из эмоций, потому что рак выходит из моря. Выйдите из своих эмоций, высушите себя от эмоций и начните действовать по карте маг, потому что у вас судьба будет выправляться, и вас ожидает полное счастье и удовольствие в жизни. Ну а главная здесь карта, конечно, это туз-чаш, как вы видите. Старшие арканы, четверка пентаклей, конечно.
Это и деньги, и любовь. Это однозначно ожидает деньги и любовь. Если кто-то спрашивал о самочувствии, карта «Страшный суд» говорит, что вы подыметесь от депрессии, если не было энергии, были какие-то заболевания, вы справитесь. Потому что «Страшный суд» рядом с магом. Вы обязательно справитесь. Вы обязательно справитесь. Теперь я буду собирать все. Но не уходите, девочки, это полминуты, и мальчики тоже, конечно, не уходите, поскольку расклад магический. Нужно сказать аминь. Нужно собрать литургический сбор, он усиливает действие расклада. И во время моего сбора очень советую поставить лайк. Потому что лайк вы ставите для себя, а не для меня. Это та плата, которая дается за расклад, но плата бесплатная. Понимаете? Но это божественный лайк, он прямо под видео, там желтенький палец вверх или вниз. Нужно поставить пальчик вверх, желтенький, чтобы расклад начинал активным быть, да, чтобы активным быть, чтобы энергетика начинала его проявляться в вашей жизни. Вот, и вот такие карты шикарные, да, мага, я просто рада, что вышла эта карта. Я отправляю младшие арканы на место и старшие арканы, я преподаю девочки. Старшие и младшие арканы. Младший аркан — это третий курс Таро, а старшие — это первый курс Таро. Это эзотерика в картах, то, чему меня научил Джон, и то, что я передаю своим ученикам. Если вам хочется себе помочь, чтобы видеть жизнь более глубоко, свою, понимать ее лучше, себя реализовать, очень рекомендую мои уроки. У меня 12 курсов, но эти два, первые и третий курсы, самые важные. Вы получаете ссылку на живые уроки. Ссылку сохраняете как PDF, она никогда не закрывается, уроков больше, чем достаточно, уроки абсолютно недорогие. И я пополняю ссылку новыми уроками, бесплатно для вас. Ну вот, расклад закончен. Огромное спасибо за лайк, за вашу дружбу. Я с вами дружу, потому что всегда-всегда делаю для вас расклады от души. Вас обожаю, обнимаю. Желаю вам счастья. Здесь из Ванкувера каждый день для вас работаю, творю. Общаясь с высшими силами через карты, и вам передаю всю эту мудрость. И ваша подписка, конечно, важна, потому что для подписчиков это все активировано. Увижу вас на следующих раскладах. Всем счастья и до новых встреч. Пока, друзья.